Вот маршируют шеренгом парада отважные кадеты детского сада. Сильные, смелые, веселые, умелые, узловой родной сыны, патриоты всей страны. К трибуне приближается колонна кадетов гимназии. 17-го года на базе гимназии был открыт первый в Узловском районе класс с воспитательной программой кадетской направленности. Проект «Кадетский класс» рассматривается как одно из приоритетных направлений гуманистической системы воспитания в гимназии. Кадеты гимназии ежегодно принимают участие в конкурсах города, района, региона, сотрудничают с кадетами других образовательных учреждений. Приветствуем кадетов лицея. 2018 года в лицее обучаются 27 кадетов МЧС. Энергичные, веселые, спортивные, а самое главное – будущие защитники нашей страны. Кадеты изучают историю пожарного дела, занимаются пожарно-прикладными видами спорта. Кадеты хоть и малы, но уже являются победителями и призерами многих региональных и районных конкурсов. Память, красота Божьего мира, созвездие талантов, забота о птицах, сквозь годы памяти и судьбы поколений. Пусть и по подготовке квалифицированных кадров со средним медицинским образованием. За годы работы из его стен вышли более 12 тысяч специалистов. Колледж по праву гордится своими выпускниками. Среди выпускников немало ученых, врачей, руководителей медицинских учреждений города и области, высококлассных специалистов в области сестринского дела.